Доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Пирмансер. Это новое видео по игре Wild Arms 2. Приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами отбились от Одессы, пока не нападали на кавалерию Шато. Сейчас, в данный момент, получилось так, что мы напали на Одессу, ну и залезли к ним в ворота СС. Вроде как все. Так, я здесь ничего нигде не пропустил. Да вроде нет. Ладно. Тогда пойдем дальше. Пойдем тогда дальше. Так, что у нас здесь? У нас есть 4 пути, да? Да, 4. Ну, пойдем сначала туда направо. Ну, фиг знает, куда это приведет. Пойдем туда сначала. Так, сразу какая-то дверь. Сразу какая-то дверь, давай сюда. Так, что у нас здесь и что я вижу? Отстаньте. Я вас двигать могу? Нет, не могу. Ладно. Ого. Прям солдаты. Террористы. Ну ладно, террористы. А чё это за террористы такие? Фу. Вон, отъезжают с одного удара. Ну ладно, этот выжил. Я не понял, это была контратака? Нет, это была не контратака, он меня просто не ударил. Ну ладно, его дело, победа. 450, опыта 1500 гео, лилка достигла 20-го. Лилка, не участвуя в боях, получает уровни, это довольно неплохо, скажем так. И нас об этом еще и предупреждают, да. Так, ну да, двигать я их не могу. Тогда вопрос, а зачем? Неясно. Ладно. Так, что это у нас? Нет электричества, для работы нужна электроэнергия. Ну ладно, окей, учту. Зачем, правда, все так поставлено, что я их двигать не могу, могу только ломать. Ладно, не суть, пойдем дальше. Ага. Сильно? 10 кп. Ну, в принципе, ладно. А чё лилки-то так больно прилетело? У нас тут 20 кп. Странно. Ладно. Сюда я пока пройти не могу. Понял. Пошли отсюда. Значит, нам надо где-то дать электричество. Но вот вопрос где. Пойдем, ладно, сюда тогда. Пока что. Что здесь происходит? Ящики какие-то. О, дверь. Давай в дверь сначала сходим. Так, здесь то же самое, да? Угу. Здесь меня пока не пропустят. Ладно, понял. Давай тогда в правую сторону смещаемся. Здесь у нас чё и к чему? Ящики. Нам их задвинуть надо, получается, да? Ой, далеко. Немного на себя. По-моему, если я не ошибаюсь, нам их сюда нужно задвинуть. Чтобы эта штука упала, и мы прошли вон в ту комнату. Типа она перевесит, ой, точнее, слишком тяжелая станет и отвалится. Но я могу ошибаться, я просто очень не помню. Либо нам надо все убрать, и тогда он спустится. Я помню, что что-то вот как раз-таки на этом закручено. Ну, мы сделаем сейчас что сможем, но... Точно я не знаю, что мне надо сделать в данный момент. Так, ну пока еще не упало. Сейчас будет обидно, если мне оттуда все надо вытащить. Ну тогда будет немного обидно. Так, снова не падает. Ну и последний ящик, давай попробуем. Может, после последнего что-то произойдет. Ну да, я так и думал. Нам надо было просто заставить ее слишком много весить. Ладно, пойдем внутрь. Здесь у нас что? Кстати, на нас практически никто не нападает. Ага, здесь у нас получается ловушечки с падениями. Ладно, понял.
Давай хоть присмотримся, какие из них падают. Так. По-моему, вот это. По-моему, вот так. Отстань. Да, ну падает, но... Давай сюда зайдем для начала. Угу, я понял. Давай крайнюю сломаем, чтобы все не ломать сразу. Отстань. Сундуков я почему-то здесь не вижу никаких. Хотя... Секундочку. Да, сундуков я здесь никаких не вижу. Мне нужно до конца пройти, здесь спрыгнуть, пойти активировать вон ту консоль, вернуться обратно и еще одну консоль сверху активировать. Ну, либо сделать это в один этап. Ладно, я понял, сейчас сделаем. Так, только давай вот сейчас присматриваться будем. Какие тут платформы падают и какие стоят. Вот это падает, вот это падает. Все, что ли? Ну, получается, все с этой стороны как минимум. Так, ну здесь, я так понимаю, тоже падают они, да? Потому что выглядит она до безумия странно. Отстань. Ну вот почему-то я так и думал, что в конце будет падать. Ладно. А, типа мы можем любую ломать, да? Понял, хорошо. Ах, ну это надолго, походу, будет. Они текстурки выделяются, в принципе, но недостаточно, чтобы я заметил в каком-то там маленьком промежутке. Ну ладно, здесь быстро все это дело проходится. Я так и думал. Я так и думал, что она где-то с краешку здесь стоит. Да отстаньте же вы, ну. Ладно, иди сюда. Хочешь подраться, ну давай подеремся. Раз. Брэд, давай второго. И два. 300 опыта, 1000 гел, Тим достиг 21-го. Кстати, Тим у нас немного впереди идет от всей группы по уровню. Это немного странно. Так, еще раз. Все туда же. Я вспомнил, мне эта локация тоже не особо нравилась, когда я проходил эту игру для себя чисто. Так, выключить барьер. Ну да, выключить все правильно. Выключить. И сюда теперь. Так, введите код доступа для электростанции Б. А я его откуда знать-то должен? Пускай будет как-нибудь так. Естественно, отказано, потому что я его не знаю. Отстань. По идее, сейчас луч должен был быть отключен какой-то из лучей. Возможно, даже вот этот. Да, здесь что-то отключено. Опа. Так, я вижу код. Сейчас, тогда секунду. Прям буквально секундочку. Угу. Так, пойдем к электростанции Б. Ой, извините, пожалуйста. Цепанулся чуть-чуть. Я не спецом. Это опять нам надо пройти весь этот путь, чтобы активировать эту консольку теперь, да? Ну ладно, здесь не сложно, я уже все запомнил. Теперь главное прыгнуть в том месте, где нужно. Так, что у нас здесь получается тогда? Большая Т, большая Б, 8, 1, 8, 0. Так, код доступа проверен, электростанция будет выключена.
Окей. Так, первый выполнили. Окей, это неплохо. Ну как первую? Первая вообще-то вроде как А должна быть, но мы первую сломали Б. Ладно. Ну хоть с Бшечкой мы разобрались. Так, теперь у нас что? Туда нам путь заказан, давай сюда пойдем. Пойдем теперь сюда. Опять дверь. Отстаньте. Дайте пройду спокойно. Так, здесь все просто. Выглядит как минимум просто, а как фиг его знает, как будет оно на самом деле. Но я думаю, все должно быть не так сложно. Что у нас здесь? Управлять барьером, выключить его. А что за терминальный тумблер? Ну, давай тоже выключим. На всякий случай. Кто знает, что там получится. Так, пойдем за барьер. Да спрыгни ты, ну. Не, вернись обратно. Задвинь его назад. Ты иди сюда. Сюда. Блин. Надо было так упасть. Точнее, отскочить от стенки. Задвигай его туда, в край. И ты иди сюда. Да хватит биться об стенки с разбега. Все, так. Окей, проход себе какой-то сделали. Давай по этому проходу, а потом уже к консольке подойдем, которая стоит с другой стороны. Что у нас здесь за дверью и есть ли что здесь полезного? Консолька. Нет электричества. Может, здесь тоже терминалочку? Как раз-таки там терминалку и надо включить. Либо подойти к другой консоли. А давай попробуем к другой консоли подойти, которая с другой стороны. Вдруг к ней какой-то там доступ есть. Хотя мне что-то подсказывает, что она сейчас тоже выдаст примерно следующее сообщение по поводу нет электричества. А, включить, да. А, там сверху еще одна консолька есть. Понятно, окей. Да отстаньте вы, ну. Что в этой? Ну, включить тумблер, да? Выключить надо наоборот. Выключить, а насчет подтверждения кода доступа... О, еще один код доступа. Сразу забираем его. Он нам еще пригодится в любом случае. А то мы не знаем, как это здесь работает. Так, и какой-то терминал мы там выключили. Пойдем смотреть, что мы там навыключали по итогу. И отсюда будем плясать, что к чему. Нет, да? Не то. Нет электричества. И что мне прикажете делать тогда? Эту штуку мне надо свалить. А свалить мне нужно электричество. А где мне его взять? Может, терминальные тумблера надо все повключать наоборот? Отстань. Ну-ка. Терминальный тумблер включить. Либо здесь есть где-то еще один терминальный тумблер, который я не нашел и не выключил. Блин, опять двигать надо. Да, хватит и по нему прыгать. Так, ну-ка. Включить. Пойдем обратно. Может быть, что-то поменялось. Блин, мне же через верх надо было. Тогда вопрос, зачем этот проход? А, ну чтобы не осыпаться, я понял. Че, электричество работает? Работает! Значит, мне не надо было ничего отключать. Ясно. Окей, иди сюда. Введите код доступа А. Сейчас, секунду, введем. Что у нас там было? По-моему, ТА.
карты А. От циферки 2360. 2360. Окей. Тоже будет выключено. Хорошо. Так, осталось только С, да? Осталось только С-шка. Ну, пойдем к С. Пойдем к терминалу С. Но меня там не пропускали изначально. Сказали, что там нет электричества и все остальное. Да слезь ты с него, ну. С-шка, по-моему, была тут. Пойдем сюда. Угу. И как это называется? Ты заработал? Окей, выключить барьер, проверить код доступа. Короче, мне надо было сначала сломать все остальные, а потом получить этот код доступа, да? Забавно. Не, ну в принципе окей, ладно. Пускай будет так. Так будет даже удобнее. Барьер мы поломали, пойдем внутрь. Пошли активировать. Серьезно, а что так много? Это намек на то, что мы разрушители, да? Отстань. Угу, я понял. Ладно. Так, ну-ка иди сюда. Ты мне здесь нужен сейчас. Если я все правильно понял, то ты мне сейчас был нужен. Так, ну и последняя консолька. Типа, введите для С. ТЦ. Циферки у нас 6503. 6503. Окей, выключено все. Ну, пойдем отсюда. Все повыключали, получается, нам надо вернуться к крану, насколько я понял. Насколько я помню, точнее, на котором мы сюда залетели. А там и фиг знает. Сейчас выйдем отсюда и узнаем. Может, какой босс вылезет, может, еще чего. Да чё-то нет. Тишина. Держись. Я не могу отпустить тебя домой. Ага. Ну, я же говорил, будет типа босса, походу, что-то такое. Сломали им тут все. Птоломея. Ну, похоже, вы, ребят, весьма достойные соперники. Говорят, ты побил Юдеку. Ага, правда, есть такой парень. Наша власть не покорится Одессе. Хм, власть. Я не знаю, кто это придумал, но власть я уже сыт по горло. Она есть в каждом сердце. Ты сказал, моя власть. И ваша власть. Вы поступили так, как хотели, с моим Варукисосом. У нас вполне достаточно поводов скрестить мечи, верно? Вот так. Вы из Армс, покажите, что вы можете. Ваша власть. Скорее, ваша сила, наверное, все-таки, а не власть. Ну, мне какая разница, окей. Да, здорово ты, Птоломея, Птолемея. Снова привет, точнее. Мы с тобой уже как-то видались. Давай ломать тебе лицо. 259. Ага, он тоже контратакует. Так же, как и та дамочка, которую мы побеждали в прошлой серии. Альтенора, по-моему, или Артенола... Альтенора, по-моему. Не буду пытаться вспомнить, ломать себе голову. По-моему, Альтенора. Железная сабля. Неприятно, кстати говоря. Тим, давай ты еще раз его ударишь лучше. Ты давай, наверное, доступ к странным оружием стукнем и фугасом через активу. Так, ну-ка, что по урону? 590, в принципе, окей. Угу, Тим накопил на полтишок. Активом.
Брэд тоже попал. Отлично. На 1100. Нехило он так сейчас ему приложил. Тим, давай мы, наверное, с тобой сейчас комбо провернем. Эшли, давай тоже акселератор. Молния. И Брэд просто ударит. Ну-ка. Попал. Ну, а тут он, очевидно, должен был попадать. Не, мало урона. Очень мало. По идее, сейчас мы похилимся немного. Это будет нам полезно, как минимум. Кстати, боссы перестали попадаться с различными частями. Они какие-то все обычные, целые по ХП. Мне это не нравится. Дополнительного опыта нам больше не дают. Критический. Где-то там тоже на 800, на 900 сейчас влетит. А, нет, на 700 всего. Ну ладно. Так, обычная атака у него соточка. У нас у Эшли обычная атака на 2 соточки. Ой, на 3 даже. Тим, давай бей. Эшли, давай акселератор, странное оружие. И Брэд, давай фугасы. Всякие такие штуки вкусные. Я, кстати, не пользуюсь комбо почему-то. Думаю, в этом был бы смысл, но почему-то я им не пользуюсь. Ну, у Тима довольно мало урона, в принципе, ладно. Давай фугасиком еще разок. На 1100. Ой, на 1000. На 1014. Слушай, он реально хочет убить Эшли. Давай сдвиг оси. Мегавзрыв. И фугас. Попал, я думал, промазал. Сразу на целый уровень нам накидал Тим. Почти на второй даже закинул. Так что, Тим, давай еще разок. Забеги. Мы сейчас немного потратимся. Кстати, у Брэда почему-то не отнимается практически эта штука. ГР, я имею в виду. А, все. 3000 опыта. Денег опять не дали. Жлобы. Ну, Птолемея. А, я думал, ты хоть что-нибудь скажешь в конце. Ну, окей. Ага, думаю, этого хватит. Что происходит? Эвакуация пассажиров в Арукисе почти закончена. Ты не... ты... ты выигрывал время, чтобы все пассажиры вышли, ведь так? Ну, очень сложно работать с солдатней. Я обожал Варукиса, но он отлично сможет всех вас похоронить. Стой, Птолемея! Нам нужно бежать отсюда, а не гоняться за ним. Варукисас, похоже, долго не продержится. И мы почти застали его. Заставили его молчать. Опасность минует лишь для того, чтобы появилась другая. Так мы его выключили. Если самолет разобьется, Валерия Шата соединена с Якорем тоже упадет. Ладно, тогда что же нам делать? У меня есть идея. Вы должны доверить мне своей жизни. Ну что мы будем делать? Сначала свяжемся с Ирвингом в Шато. Ну, связывайтесь. Это я, Эшли. Молодец, я вижу, как из Варукиса идет черный дым. Да, но у нас есть еще одна проблемка. Мы все еще в Варукисе. Скорее убирай якорь. Если вы это не сделаете, Шато тоже потерпит крушение. Хм. Я не знаю, где упадет Варукисас. Судно может нанести сильное повреждение, если тот упадет. Нужно что-то делать. Что вы собираетесь? Вы можете покинуть судно? Я направляюсь в кабину. К счастью, мы над морем. Может, я смогу приземлить Варукисас на воду. А ты сможешь это сделать? Ну, я постараюсь. Это наш единственный шанс. Ты сможешь. Посади его и возвращайся к нам живы. Скорее к нам. А что нам делать-то надо? Ну, предполагаю, что надо сделать что-то такое. Ну, как долго нас будет трясти, вопрос только такой.
Ну-ка. Мы не умрем, верно? Мы сможем что-то придумать, да? А вот где начинается моя работа. Ты умеешь летать? Летучая машина класса «Крыло Чайки» Воркиса с хорошая птичка. Этот самолет не для террористов, этот самолет... Держись, мы садимся на воду. Будет неплохо, если мы сможем летать на Воркисе, потому что он вроде как должен быть побыстрее, да? Эй, сюда, сюда! Эй, рукой помахай, Тим, давай, мальчик! Это меня спасло. Их энергия. Может быть... Мы здесь. Ха-ха-ха-ха. Вы видели, как волновался этот представитель от гильдии Галат? Ха-ха-ха-ха. Я уверен, что он понимает, какую угрозу представляет Одесса. Он понял это. Да, конечно. Нападение Одессы было ужасающим. Но, может быть, это и к лучшему. Ну что все это значит? Все присутствующие поняли, насколько опасны террористы. И к тому же это представляет самую непосредственную угрозу всем людям. Мы не остановили хорошие отношения с Галадом. Боюсь, что они станут основным препятствием на саммите. Но их это нападение заставило их задуматься. Мы добились большого прогресса. Они все еще не хотят сотрудничать с нами. Но они предоставили нам свой ховер. Если мы даже добились этого, это очень хорошо. Вы очень спешите, и спешка к тому же может привести и к самому плохому — смерти. Да, сир. Хорошо. А теперь что будет делать отряд? Воркисус уничтожен, но Одесса еще не побеждена. Нужно их выследить с помощью ховера. Мы можем обыскать все внутреннее море. Для этого мы и применим ховер. Мы будем искать данные с Воркисуса. Судно такого класса, как это, должно иметь 3 таблицы данных на борту. После их нахождения мы получим важную информацию касательно Одессы. Ховер находится на западном берегу. Я рассчитываю на вас. Так, ну, короче, я понял. Следующая наша задача будет искать какие-то там части Воркисуса. Ладно, я понял. Давай тогда искать место сохранения. А, кстати, мы первый раз из замка сами выходим. Ну, кроме того, когда мы сюда заходили. Давай тогда какому-нибудь архиву ближайшему. Давненько я в мэрии не был. Ну ладно, еще успеем посмотреть, что здесь. Давай сохраняться тогда. Ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.